Рецептура продуктов. Как избежать неожиданностей. ГОСТ и ТУ. Поговорим об этом. ГОСТ – государственный общесоюзный стандарт. Это значит, что государство разработало, внедрило и контролировало рецептуру любого пищевого продукта. Что от Калининграда до Владивостока любой пищевой продукт, который был сделан по ГОСТу, имел абсолютно одинаковую рецептуру. В 90-х годах, когда произошла передача пищевой промышленности в частные руки, хозяевам предприятий дали разрешение на использование для разработки рецептур собственной ТУ, то есть технические условия. И примерно до середины 2000-х, 2002-2003 год, использовались технические условия, которые позволяли менять рецептуру практически любого продукта, но маркировать их знаком ГОСТ. В 2010 году с введением нового технического регламента государство запретило использовать государственные общероссийские стандарты для названия продуктов, которые сделаны по рецептурам технических условий. Это не значит, что продукт, который сделан по техническим условиям, значительно хуже, чем продукт, который сделан по государственному стандарту. Сейчас на прилавках магазина можно встретить продукты, маркированные знаком ТУ, и знаком ГОСТ. Знак ГОСТ гарантирует вам качество продукта, но, к сожалению, не гарантирует того вкуса, который помнят, может быть, люди моего поколения. И, на мой взгляд, сейчас знак ГОСТ – это просто коммерческий ход.